Знаешь, что такое президент? Президент. Слово «плавать на бассейне». Плавать на бассейне. Ты бы хотел, когда вырастешь, стать президентом? Конечно. Президент – это такой человек. Должен всякие истории по телевизору показывать, экскурсии какие-нибудь веселые. Он должен помогать. Всегда быть умным. Владимир Путин что-то слышал о таком, но не знаю его. Ну, у тебя еще это будет такой... время узнать. Угу. Владимир Путин это Москва. Москва нашей родины, России. Я придумала песню по нему. День Победы, так как он был от нас далек. Это ты придумала эту песню? Нет, это мама придумала. Путин — это тоже Вова. Главный Путин России. Наверное, Владимир Путин тоже рассказывает про коронавирус. Это такие передачи. Владимир Путин – это президент России. Угу. А что такое конституция, знаешь? Нет. Конституция? Угу. Конституция – это когда дети должны рассказать. Тетеньки и дяденьки, что они знают. Конституция? Чтобы идти по снегу. На институт. Институт? Да.